безопасно. Ага, теперь это ясно. Ага, везде надо помнить, и все должны знать. Нельзя на дорогах играть. На базе начальной общеобразовательной школы номер 17 в Изумрудных холмах состоялся муниципальный этап ежегодного всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2024», проводимого под эгидой Министерства просвещения и госавтоинспекции среди учащихся городского округа Красногорск на протяжении уже порядка 20 лет для привлечения детей к личному участию в реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность на дорогах» и предотвращения травматизма несовершеннолетних. У нас были хорошие места и на области. У нас дети награждались за первые, за вторые, за третьи места. В этом году мы должны не подвести наш округ и тоже выбрать самых-самых лучших, которые хорошо знают в комплексе правила дорожного движения, умение оказать первую медицинскую помощь, знать, как ее оказать. Также они должны владеть каким-то транспортным средством, в данном случае у нас велосипед. Фигурное вождение у нас в спортивном зале, и здесь у нас автогородок, они по станциям ездят. Должны показать это все в комплексе. И самая лучшая команда в сентябре поедет на областной региональный этап слета соревнований «Безопасное колесо». А если там победят, тоже тогда на всероссийский. В начале испытаний ребята получают маршрутный лист с перечнем конкурсных заданий и порядком их прохождения. Кураторы команд не имеют права подсказывать или помогать своим подопечным, за чем следит строгое жюри. Участникам необходимо сдать теорию, которая осваивается в форме компьютерного тестирования или ответов на экзаменационные билеты, и выполнить ряд практических задач по оказанию первой медицинской помощи при травмах и управлению велосипедом, причем как в спортивном зале с препятствиями, так и на улице в реальных условиях. Сегодня принимают 19 школ городского округа Красногорска в нашем слете «Безопасное колесо». От любой школы может быть несколько команд. Главная цель проведения этого слета, чтобы дети непосредственно знали лучше правила дорожного движения и соблюдали его. Одна из самых увлекательных частей этого мероприятия являются практические задания. Это городок безопасности. Им предлагается на велосипеде проехать правильно территорию, соблюдать правила дорожного движения. Красный свет, зеленый свет, желтый, как останавливаться и где. Глядя на то, насколько творчески каждая команда подходит к выбору формы и с каким азартом дети стремятся пройти все непростые испытания, становится понятно, что подобный интерактивный формат получения и закрепления жизненно необходимых знаний действительно увлекателен, а значит и эффективен для учащихся начальных школ.